Установка мода Desolation. Для начала нужно скачать Anomaly, версию 1.5.1. Далее будет два варианта. Скачать Desolation актуальной версии на момент записи видео и просто содержимое папки перекинуть в папку Anomaly 1.5.1. Установка завершена. Второй вариант – на случай выхода новой версии, обновлений, патчи и так далее. Перейти по ссылке в Discord разработчика. И далее, следуя инструкции, произвести установку мода. Здесь же со временем смотреть обновления. При возникновении багов есть соответствующий раздел. После установки нужно отключить сглаживание настройка графики, чтобы оптика работала правильно. Сразу можно настроить по себе настройки управления и геймплея. Далее нужно перезайти в игру. И можно начинать играть.